Приветствую. Приветствую и прошу. Здравствуй. Я друг Лютика. Ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать. Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал, что Элихаль подруга Лютика. О, вон оно что. Подожди здесь. Мы уж испугались. Ну, я понимаю, что такие предпочтения не часто вставляют в игры и фильмы, но я как-то не ожидала этого. Так, идет... лучше? Тика. То есть ты... Элихаль. А что там было написано? Там какое-то письмо вдохновленное. Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу. Не хочу дальше знать, что было. Ой, господи. Пожалуй, я не хочу знать, что было дальше. Ладно тебе, он был не настолько пьян, чтобы не понять, в чем дело. Впрочем, мужчины меня не интересуют. Я это ему сразу сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Костюмы покупал, да? Зачем ты переодеваешься? Я знаю, что это не мое дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода. Риданская графиня, а тебе вот далеко. А ты никогда не хотел стать, хоть на минуту, кем-то другим? Это должно быть страшно скучно, все время быть ведьмаком. Алхимиком могу быть. Мне еще не наскучило. Ну, знаешь, одно дело, ты спрашиваешь о профессии и выборе какого-то ремесла или занятия, а другое дело, он без смены пола хочет выглядеть как противоположный пол. Ладно, я не хочу рассуждать на эту тему. Хотя для высокопросветленных, духотворенных, есть люди, которые действительно попадают в тело не того пола, кого планировали. То есть душа может чувствовать себя некомфортно. Но это мы говорим о индивидуальных и редких ситуациях жизненных. А когда навязывают что-то, насильно показывают в рекламах или через культуру, через Европу или через Америку, через сериалы, я против этого. А так, конечно, дело выбора. Если уж говорить о противоположном поле, то у любви нету пола. Мы не говорим о плотских взаимоотношениях. Понимаете, да? Тут не важно, мужчина это или женщина. Если уж говорить о плотских взаимоотношениях, это уже развращенность ума, скорее всего. Либо у души есть очень хорошая память, и он никак не может себя ассоциировать с тем или иным полом. Но это, скорее всего, должно быть больше исключений из правил. Не так часто это должно появляться, чем как нам это преподносят, так я скажу. Но я не то, что я против этого, но для меня видится это больше как какое-то расстройство. Может быть, душа... может чувствовать, что она память прошлой жизни, что она должна родиться в другом теле противоположного пола. Но опять же, я говорю это как об индивидуальных и чаще исключениях. А то, что я вижу пропаганду всего, это навязывание для того, чтобы некоторые вещи считались нормой. О чем ты разговаривал с Лютиком? О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Я его помню с первой части. Недавно его схватили охотники за колдуньями.
и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, о, что там творилось! По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит, старая курва. Это было не так смешно, потому что как же в каких мучениях этот человек умирал на сырых дровах. Очень много женщин сжигали во времена Инквизиции. Совершенно безобидных, даже те, которые несли добро, наоборот, с помощью того, что они разбирались в травах, они могли лечить людей. Даже те, которые не занимались магией. Это очень грустно. Вполне возможно, я могла быть на их месте в прошлой жизни. Когда ты в последний раз видел Лютика? Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. Понятный персонаж. Услугам, если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Вот почему Золтан не захотел с ним видеться. Он не стал нам рассказывать, что это мужик. И что эльфки не для него, и что он предпочитает водку, а эльфы это там, какое-то изысканное вино, или как он выразился. Это квас брожёный. Невкусный. Киселем даже не назовешь. Слушай, у тебя шмотки можно какие-то, да, прикупить? А дай-ка посмотреть, что у тебя на продажу. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Во второй раз не приходить, не смотреть на этот ужас. О, он играет в гвинт. Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. Не хотел бы я, чтоб ты меня подштопывал. Маска волка. Элегантная маска для маскарада. Не будем лишний раз возвращаться. Она стоит недорого. Я куплю сразу. Есть еще одна маска. На выбор. Смотрите, скеллигенская туника, легкий доспех. Ну, тут нет брони, это просто одежда. Кстати, стоит недешево. С одной стороны, мне кажется, синий более привлекательно. А теперь мне кажется, что может быть даже вот это. Давайте посмотрим. Это приличная одежда, наверное, для маскарада нам подойдет. Кстати, тут у нас было объявление по поводу танцев. Мне тогда это на халяву давали. Такие штаны-то у меня есть. Вот эти штаны моднявые. Тут я не хочу покупать. Что-то много мы денег потратили. А я могу тебе продать барахло. Вот эти перчатки вот к этому костюму могут подойти. Сейчас сыграем с ним гвинт. Прощай. Нет, мне так больше нравится. Ну, штанцы. Шароварчики какие моднявые. Геральт, а тебе идет. Так, так, так. Вместе с сапогами.
Какой мотнёвый мужик. Загляденье прям-таки. Блатный какой. Нравится мне вот эта мелодия в Ведьмаке. Спокойная. Не хочу туда поворачиваться. Смотрите, какой моднявый Геральт. Я штаны рвала какие. Этого портного. Да? У моего старика один ветер в голове. Так он теперь вилы за спиной носит, на вас глядячи. Тут поблизости еще одна блудница. Давайте сначала контрабанду добудем, а потом рядышком. Тут в реке ничего нет. Зайдем на огонек следующий. Поговорить с Розой Варатре. Смотрите, гроза собирается. Перед грозой, когда не очень душно, а когда наоборот свежо. То есть разная бывает погода, да? Но перед грозой часто, да, духота. Я так люблю вот это вот погоду, вот эту погоду, это состояние в природе. Даже вот эти тучи, они какое-то очарование добавляют. Я прямо вспоминаю в деревне, когда собирается гроза, ветер так начинает раздувать сильнее, да? Деревья. Листва на деревьях колышется. Не знаю, люблю вот это вот. Погоду перед грозой. Ну, еще много воспоминаний у меня, связанные с детством. Очень многое связано именно с тем местом на Ветлуге. Я там выросла, можно сказать. Я все детство там провела. Мы все очень любим. Мой брат и мои сестры очень любим это место. С очень многими моментами с нашим детством связано на Ветлуге. Я все-таки пришла к этой женщине, да? Только дайте мне неделю. Господин младший не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты че орешь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Так и есть. Почти. Я не одел доспехи. Не вмешивайся, седой. Не твое это дело. Я не хочу сейчас устраивать разборки, я заплачу за нее. Берите деньги и проваливайте. Так не годится. Веспула должна заплатить. Или получить урок. Тогда вы урок получите. Это было устное предупреждение. А теперь вон отсюда, а то я преподам вам урок. Или деньги берете, или я вам сейчас Пойдем. Наваляю. Золото есть золото. Если к ней вернетесь, я вам рыло начищу. Спасибо. Мы могли бы Спасибо большое. Им надрать задницу. На свете люди, но бескорыстно помочь незнакомым. Они работают не на вполне бескорыстно и не вполне незнакомый. Человека, у которого много таких бандюганов. Ты тот ведьмак, что таскал Лютика по девкам. Жерар, да? Я таскал Лютика по девкам. Это, по-моему, было, наверное, наоборот. Не Жерар. Ну, извини. Ну-ка. Значит, это я таскал Лютика по девкам? Он так говорил, что я всегда была для него той самой, единственной. Только он попал в плохую компанию. Твою и этого краснолюда. У него еще хохолок такой. И подали вы ему плохой пример. Вино, женщины. Понятно. И песни. Зубы заговаривал женщину. Придется с ним поговорить на досуге. Охмурял их-то, понятно. Интересные подробности мы тут узнаем. Ах ты, Лютик. Этакий плут. Я пришел как раз таки по поводу Лютика. Как ты думаешь, куда мог подеваться Лютик? Верно шляется где-то фазан хрипатый. Проходимец лживый. Ого, чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой.
Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это вышвырнула я. Можно вообще верить такому человеку с такой репутацией? Неужели они тут постоянно сплетничают между собой? Неужели она про него ничего не могла услышать? Про девушек из прачечной? Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Ну, как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю. Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме, а я не к месту осерчала. Может быть, Сири спрашивала про работу, может, у них денег не было? Я помогла ей деньгами по той причине, что одних мы устраним, а потом, когда она здесь не будет, придут вторые собирать долг. Поэтому мы хотели, чтобы они отстали, потому что нам некогда приглядывать за этой девушкой, понимаете? То есть из разумных соображений, а не из-за того, что он не смог бы надрать им задницы. А кто был на пристани? А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да. Скорее, из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю тебе, артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Удачи тогда, счастливо. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. Понятно. Стоило столько распинаться и ругаться на него, что он обещал и клялся в любви, и она ему снова поверила. Но напоследок она сказала, что он козел, и пусть забегает. Вот поэтому он и забегает. Сама разрешаешь. Женщины сами разрешают, поэтому козлы и забегают. Понимаете? Тут ничего заурядного нету. Тут наоборот все не заурядно, уж очень. Музычка такая, как в стиле Assassin's Creed во второй части. Я вспомнила. Надо будет третью часть пройти. У меня очень мало просмотров, поэтому я вообще думала перестать дальше записывать видео. И я это делаю, когда у меня есть настроение и время. То есть чисто любительский канал у нас с вами. Так что вот так. Нет, а Геральт все-таки у нас моднявый. Теперь нам нужно поговорить с Розой Вараттрой. Если вдруг еще какие-нибудь бандюги нам повстречаются, у нас есть ласточка. Так, мне нравится такая мелодия. Люблю мелодию без слов, разную. Не только там классику мелодичную, какую-нибудь эмбиент, этно. Музыка, какие-нибудь миксы, чиллаут. Под разное настроение, дарк и бенд нравится мне. Такой в стиле Deus Ex, люблю такой бенд, очень мрачный. То есть у меня очень разные вкусы. Люблю эпическую такую, героическую музыку из саундтреков, из фильмов. Раньше больше тяжеляк слушала. Сейчас некоторые группы из Black Metal стала слушать, исходя из предпочтений моего друга. Не все, конечно, но слушаю. Оценила я такую музыку. Даже любимые группы появились. Ну а так, какой-то из старых исполнителей до сих пор слушаю. Раньше русский рок много слушала. Есть какие-то миксованные стили, в стиле Crystal Castles, что-то такое, да? Экспериментальная музыка. Также EBM,
тоже, смотря что. То есть, ну, много совершенно разнообразные вкусы, несочетаемые вместе, как мне сказали. Как может могут быть настолько разнообразные вкусы, типа хотят к чему-то привязать, к одному. А все зависит от настроения. Я их защищать буду своими глазами. Если кто подойдет, посмотрю своими желтыми зенками, все разбегутся. Как удобно, прямо-таки рядом тут. Можно и белье постирать, и рыбу ловят. Теперь нам нужно в город. Остальные блудницы из списка в городе. Так, это на что? Блин, обожаю такую погоду, я прям кайфую. Хочу Fallout 4, потом начать играть. Не... Не который онлайн... Пятый, да? Онлайновский ты вышел. Fallout. Ну как он там называется? Я никуда не тороплюсь, потому что меня мало кто смотрит, поэтому я чисто для удовольствия этим занимаюсь. Должно быть лихорадка. Про Бани спрашивала, это был личный интерес? Я не знаю, как вообще... Женщина, которая ругалась на него... Это вообще оскорбительно, что в присутствии ее... Можно было вообще про бани разговоры заводить. Мне кажется, это вообще оскорбление. Даже на момент любовницы. Но если, конечно, ты оплачиваемая куртизанка, это красиво я еще сказала, то это, конечно, уже другой разговор. День как день. За прошлый месяц я заработала столько. Некоторые деньги ценят больше, чем свое достоинство, чистоту души и тела. Так что кто как относится к своему внутреннему миру, то внешне это и получит. Рано или поздно. Как я смотрела в одном городе, такая помойка. И все руками разводят. Да, действительно виноват тот, кто является мэром в городе, и тот, кто... назначает этих мэров. Но дело в том, что у людей в душе помойка. Потому что уж рядом со своим крыльцом можно расчистить. Даже вам хорошо, а не кому-то. Так что... сначала украсьте храм внутри, и потом уже внешне идите в храм. Пошлите в город. Я просто наслаждаюсь мелодией. Рыбка сушится или нет? Да. Вспоминаю, как у дедушки рыбка сушилась. Постирочная, так скажем, здесь. Можно повесить белье. Эту доску беру, чтобы можно было постирать. Помню, у меня в детстве такая игрушечная была. Прачечная. Вспомнила сейчас. Кстати, меня здесь в прошлый раз поколотили. И я не смогла выбраться, потому что когда Геральт вступает в бой, он не может уже прыгать. На заднем фоне слышим, как будто кто-то на лошади едет. Скорее всего, живой звук с кого-то... из жизни записывали живые звуки. Нет, с ним поговорить нельзя.
Бедная горожанка. Ну, вообще, мне бы тоже неприятно, если бы кто-то чужой зашел ко мне в дом. Люди, пожалейте. Ну, хорошо. Страдаю от бедности.